Всем привет, я снова в Амстердаме и хочу вам показать еще одну интересную вещь. То есть в Амстердаме все интересно, но одна вещь интереснее другой. Значит, смотрите, понятно, что Амстердам очень креативный город. Понятно, что это город с наибольшим количеством дизайнерских фирм и контор. И вот так им надо каким-то образом самореализовываться. И вот город постоянно им предоставляет площадки для самореализации. Например, мы находимся, ну, не в центре города, но в одном из его значимых мест, это Рейхсмузей. И здесь было дано предложение каждой дизайнерской компании разработать свой дизайнерский шар. Таким образом, вы выставляете свою продукцию в центре Амстердама с наибольшим количеством туристов. И внизу указано название фирмы и их шарик. Вот здесь как бы фирма, ее контакт, адрес и ее видение этого мира. Кто-то ее видит зеркальным, кто-то считает мир Амстердамом, кто-то вообще думает, что он и есть Амстердам. Кому-то нравятся какие-то египетские темы, там Красное море. Кто-то просто поставил лого своей компании. То есть один шар лучше другого. И на фоне этого шара вы можете фотографироваться и смотреть ту дизайнерскую компанию, которая вот блистает своим креативом. Надо сказать, что в Амстердаме и в Голландии в частности очень много уделяется защите рынка. То есть, если вы производитель какой-либо продукции, вас государство будет, безусловно, защищать. А если вы креативная дизайнерская компания, пожалуйста, вам представляют вот такие площадки. И миллионы туристов, это без преувеличения, посещают эти площадки и узнают о вашей фирме все больше и больше.